Данный сервис из ГДР был приобретен и находится в пользовании моей бабушкой. Собственно, его очень редко достают. Является фарфоровым. Из какого года создания мне, собственно, неизвестно. Фирма, как вы видите по клейму, имеет цвет синенький с изображением короны, стрел и венка листьев. Какая конкретно это была фирма, мне на просторах интернета не удалось найти, но, возможно, кто-то сможет мне это подсказать. Также там есть надпись, что это фарфор именно из ГДР на русском языке. Количество приборов и элементов хватает для полноценной трапезы. Оформление красивое, симпатичное, яркое. Спасибо вам за внимание. Ждите новые обзоры и другие вещи и рассказы. Ставьте лайки, если вам понравилось, и подписывайтесь на мой канал. Данный сервис из ГДР.